все, чем живу, все, что вижу. Все мои мысли и мечты, все, чем дышу, все, что слышу. Вот, наконец, узнал и ты, такой, как есть. Я перед Богом и тобой, такой, как есть. Да не руку, что тебе терять, боль потяни и вину. Знай, что Богу можно твой день, все сначала. Можешь сегодня ты начать, это твой день, ну разве мало? Что мне еще тебе сказать? Пойдем со мной. Тебя домой, пойдем со мной. Дай мне руку, что тебе терять, боль потяни и вину. Знай, что Богу можно доверять. Если Он это сделал для меня, я знаю, Он сделает это для тебя. Точно так же, как ты сейчас, я когда-то слышал о том, что Бог любит и ждет меня, что Он слышит меня, где бы я ни находился. Мне трудно было понять и говорить к тому, кого я не вижу. Но я чувствовал, что Он слышит меня, и поэтому я сказал: «Бог, прости меня за то, что я не верил в то, что Ты есть. Я не знал, что Ты отдал Своего Сына за мои грехи. Но
сейчас я верю, что Иисус Христос умер и воскрес для меня. После этого все мои грехи были прощены. Я чувствовал, что Бог принял меня. Я мог начать новую жизнь. Ты можешь сделать точно так же. Это твой день.